Мороз, порыв, авария. Больше тысячи жителей края несколько часов мерзли в своих квартирах из-за порывов на теплотрассах. Технологии будущего для каждого ребенка. В крае появится мобильный детский технопарк. Неделя профессий. Школьникам Барнаула показали волшебный мир IT-технологий. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вместе с первыми морозами в столицу края пришли и первые коммунальные аварии на теплосетях. Жители более 50 многоэтажных домов, 4 детских сада, 2 школы, больница, 8 административных зданий несколько часов находились без горячей воды и отопления. Авария произошла на улице Горно-Алтайской накануне около часа дня. Барнаульские энергетики устраняли порыв теплотрассы на трубе диаметром 300 миллиметров. По информации местных жителей, лишь к 10 часам вечера в квартиры начало поступать тепло и горячая вода. И еще одна авария случилась в этот же день на улице Глушкова. 49 многоэтажных домов оставались без отопления несколько часов. По данным городской администрации, все повреждения устранены. Если по какой-то причине тепло отсутствует или температура в помещении ниже нормы, советуют обращаться в управляющую компанию либо к дежурному в администрации Октябрьского района Барнаула по телефону 24 74 98. Пришлось померзнуть и жителям Рубцовска. Из-за порыва тепломагистрали половина города минувшую субботу провела без отопления. По сообщению наших коллег, коммунальщики сработали оперативно, аварию устранили в течение нескольких часов. Но мы продолжаем. Это заболевание является главной причиной смертности детей и подростков во всем мире. Ежегодно оно уносит жизни почти 1,5 миллиона малышей до 5 лет. Кстати, по данным врачей, в этом году ОРВИ и грипп могут быть осложнены именно пневмонией. Сегодня, во Всемирный день борьбы с этим заболеванием, медики расскажут, как уберечь себя и детей от него. Одним из основных факторов, по словам специалистов, является хорошее питание, а также укрепление иммунитета. Мало кто знает, что от пневмонии также можно поставить прививку. В Алтайском крае появится мобильный технопарк. С его помощью дети из отдаленных уголков края смогут познакомиться с новейшими технологиями, нацеленными на подготовку инженерных кадров. На приобретение и оснащение автоматизированного комплекса из краевого бюджета было выделено более 20 миллионов рублей. Для этого специально приобретут автобус, разместив внутри него различные мини-лаборатории по 4 направлениям: виртуальной реальности, промдизайн, робототехника и хай-тек. В то же время там будут присутствовать и оборудование, которое можно доставать из этого автобуса, приносить в школу, в школе его устанавливать оперативно, и уже в школьных условиях, в любой школе, малокомплектной, немалокомплектной, можно будет обучать детей и учителей тем навыкам, которые сегодня обучают в стационарном кванториуме. Курсировать по районам края мобильный технопарк начнется следующего года. Благодаря его работе, подчеркивают специалисты, новые знания сможет получить примерно 1000 алтайских школьников. Отметим, на сегодняшний день по программе стационарного кванториума обучается уже 4000 ребят. В Барнауле завершилась региональная акция Общероссийского народного фронта «Неделя профессий». В ее рамках ученики старших классов могли попасть на закрытые производства и своими глазами увидеть, как работают юристы, строители, программисты. Вместе с ними волшебный мир IT-шника по эту сторону экрана увидела и Анастасия Дороган. Есть очень мелкая, это емкая работа. Тонкости IT могут оценить даже школьники. В их руках продукт 3D-принтера лица. Тонкая прорисовка – результат прописанной программы. Здесь волшебство наглядно. Вот шар, который по заданной траектории рисует на песке картину. Проект масштабнее. На четверть километра бурит метро. За безопасность процесса отвечают и эти парни. Они продумали обработку терабайтов данных с винтобурильной машины. Мы писали, во-первых, сервер, там основная сложность была в сервере, потому что данных очень много, их нужно обрабатывать оперативно, и там задержки неприемлемы, потому что если какие-то показания выходят за рамки, это нужно очень оперативно показать человеку, который сидит за монитором и следит за этим всем, поэтому задержки здесь критичны. Впечатленные ученики – выпускники 107-й школы. Алина Плотникова до экскурсии хотела стать клиническим психологом. Интересно, программирование, мне понравились вещи, которые здесь делают, то, что создают, то, что помогает тоже людям.
Профориентация – главная цель акции «Неделя в профессии» на Алтае. Она проходит впервые пока на базе барнаульских компаний, энергетических комплексов, городской думы и еще более загадочной IT-фирмы. На ее счету сотрудничество с Microsoft, Rambler, Аэрофлотом. Их приложение покупает билеты. Мало кто из ребят, наверное, видел производство в действии. Или то производство, вот, например, как в IT-компании. То есть мы пользуемся результатом. А как это все создается, наверное, мало кто может увидеть. И вот этот проект «Неделя в профессии» Общероссийского народного фронта позволяет это сделать. По словам организаторов, такие экскурсии мотивируют детей учиться, чтобы вернуться на стажировку. Ведь и эта сфера тоже испытывает кадровый голод. Это кропотливая работа над проектами, которая требует большого внимания и большой сосредоточенности. Это такая профессия, которая постоянно развивается, нужно что-то изучать новое, нужно изучать языки программирования. Краевая неделя в профессии прошла в рамках всероссийской акции ОНФ. А завершается она сегодня. Школьники побывают на предприятии, которое изготавливает дорожные знаки. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Чистите печень народными средствами? Попробуйте заменить их на Ависол. Ависол – современное натуральное средство, способствует бережному очищению печени. Ависол Эвалар. Почувствуйте разницу. Эвалар – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На всей территории региона крепчают морозы. В Заринске до 26, Нижнале, в Бийске 15, в Барнауле пасмурно, умеренный ветер и до 22 мороза. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.